топ-лосс наш враг или все-таки друг? А может быть, есть еще какое-то более правильное определение этого такого зверя страшного, стоп-лосс? Так вот, в этом видео мы с вами с этим подробно на реальном графике в наше время и будем разбираться. И уже сами в конце видео точно будете знать, кто за зверь это стоп-лосс и с чем его едят. В данный момент у нас здесь открыта акция Лукойл, 4-часовой таймфрейм. И что мы будем делать? Вот я нарисовал такую табличку. Трейдер, который торгует со стоп-лоссом, у него есть 400 тысяч в данный момент. И трейдер, который торгует без стоп-лосса, у него также есть 400 тысяч в данный момент. И мы сейчас с вами здесь на реальном графике в терминале TradingView на симуляторе отторгуем несколько сделок и посмотрим, кто больше зарабатывает. Тот трейдер, который торгует со стоп-лоссом, или тот трейдер, который торгует без стоп-лосса. Это вам на всю оставшуюся жизнь урок. Поехали. Что мы сейчас здесь видим? Мы видим здесь восходящий тренд. Вот давайте его здесь уменьшим. Вот тренд явно восходящий. Значит, мы здесь с вами будем покупать. Вот так вот поставим, чтобы было понятно. Давайте отметим первым делом зону интереса. Да? Вот она явная такая зона интереса. Вот здесь есть на цене 7200-7300. Запускаем плеер и смотрим, как развивается событие. Будем принимать торговые решения. Движется цена. Бах! Ударились в зону интереса. Так. Интересно, уже ушки на макушке здесь, вот лично по моей торговой системе, пока точки входа нет. Где она будет, я вам покажу. Так, выход, оп, вышел огромный объем. То есть покупатель с продавцом здесь встретились, точки входа пока нет, не хватает буквально одной свечки. Смотрим внимательно. Вот она, точка входа. По системе все круто. Будем покупать. Будем покупать как со стопом, так и без стопа. Нажимаем купить. Вот в районе 400 тысяч, да, я здесь не до рубля говорю, мне важно до вас донести суть. Выставляем стоп-лосс, то есть тот трейдер, который ставит стоп-лосс, да, вот сюда, под минимум. Стоп-лосс минус 23 тысячи. Здесь куда поставить take profit? Дело в том, что здесь на истории нет никаких уровней, зон интереса и так далее. Но мы посмотрим на круглые цифры. Да? То есть всегда какой-то выход из положения есть. Вот, допустим, 8000 у нас круглая цифра. Давайте соотношение риска к прибыли посмотрим. Если мы поставим сюда take profit, вот чуть-чуть пониже, 7989, да? Плюс 97 тысяч будет. Ну, грубо говоря, 100, и здесь, грубо говоря, 20. Да? 1 к 5. Шикарная цель. Будем, конечно, смотреть, как цена еще вот на 7600, да, вот на предыдущем хай себя вела. И вот я поставил стоп-лосс. И также тот товарищ, который без стопа сидит, стоп-лосс не поставил. Если меня отстопит, я уйду в минус на 23. Он не уйдет никуда, он просто будет ждать просадку. Поехали. Смотрим, что будет. Так, неинтересно, неинтересно. Цена пошла. Теперь вот здесь нужно смотреть, как. Прошла, отлично, все. Можно вдохнуть свободно. Будут какие-то остановки против нас. Вот остановка, не, ничего страшного. Идет, продлим. Пока мы тут здесь зону интереса подальше, так как она нам интересна на самом деле, идет. То есть мы пока вот с тем, кто без стопа, и с тем, тот, кто со стопом, опаньки, вот. Вот очень интересный момент. Вот здесь вот есть сейчас зона интереса. Я ее сразу же, наверное, здесь отмечу, потому что интересная зона. Если бы сейчас, допустим, здесь не зашли бы в позицию, вот здесь вот обязательно нужно заходить. Непонятно с какой целью, здесь первая цель коротенькая, но ладно.
Продолжаем. Мы делаем свое дело, поэтому смотрим. Дальше. Цена потопталась, пошла, выбила. Отлично. Мы заработали здесь с вами 98 тысяч. То есть, сейчас возвращаем вот этих товарищей наших. И здесь дописываем, да? Трейдер, который со стопом, заработал 98 тысяч. И также трейдер, который без стопа. То же самое. Заработал 98 тысяч. Отлично. Ноздря в ноздрю. Класс. Хорошо. Поехали дальше. Смотрим, что у нас дальше. Вот цена пошла наверх. Но здесь уже поздно, конечно, заходить. Будем ждать дальше интересную ситуацию. Куда-то идет цена. Идет. Оп. Стоп. Пролетели. Вот здесь, насколько я помню, да, вот гэп такой, да, утренний был. Ну да, вечером закрылся в 23. Это была дивидендная была отсечка. То есть место такое пустое. Классно. Зону интереса мы, наверное, с вами передвинем сюда. Смотрим на истории. Отрабатывала ли она? Ну, конечно. Все отлично. Здесь мы ее прошли, отскочили от нее, пошли дальше. Шикарная зона интереса. Тренд, как мы помним с вами, восходящий. Будем с вами покупать? Конечно, будем. Как со стопом, так и без стопа. Но пока точки входа здесь не вижу. Давайте посмотрим, будет ли она. Осторожненько. Отскочили от зоны интереса. Нам нужен ретест теперь. Ретест вот этих вот объемов. Ждем. Ретест. Так, подходит цена, подходит. Нужен покупатель. Ну все, покупатель появился. Вот здесь, если честно, да, лично по моей торговой системе точки входа нет. Но ради эксперимента, чтобы все-таки наш ролик как бы был полезен, да, для вас, в первую очередь, я здесь открою сделку. Естественно, на продолжение тренда в лонг. Давайте снова купить нажимаем, да? И снова поставлю стоп-лосс вот под этот вот минимум, под этот вот объем, да? И тейк-профит давайте не будем уводить далеко. Посмотрим. Вот до первого хая, да? Поставим мы его. Плюс 63 тысячи. Ну, а здесь минус 22 стоп-лосс. Ну, практически 1 к 3. Ну, шикарно, шикарно. И также вот здесь у трейдера, да, у другого стоп-лосса нет. А я поставлю обратно. Помним это дело. Отлично. Поехали дальше. Класс. Класс. Расторговка. Ждем выход наверх или все-таки вниз? Вниз. Опа. Стоп. Меня здесь выбило минус 23 тысячи. Давайте так. Сразу же пишем сюда, да? Здесь мы 98 тысяч заработали в предыдущей сделке. Сейчас мы с вами... Нас отстопило на минус 23 тысячи. Ну, то есть меня отстопило, не вас. Хорошо. Этот товарищ у нас сидит все еще, да? У него сейчас 498 тысяч. Посмотрим дальше, что будет. Вот он сидит, ждет, цена падает. Кто-то вот в это время, да, вот в такой вот момент, нервы не выдерживают. Вот здесь же кто-то продавал, да? Вот они, закрывают свои убыточные сделки. Закрывается, цена летит вниз. Ну, надежда есть, вот, ну выйдет объем, сейчас придет, вот, наконец-то покупатель пришел, да, может быть сейчас, блин, развернет вот этот тренд, может быть, мало того, что в стране ключевую ставку все увеличивает, нет, вот человек сидит,
Мы сейчас с вами посчитаем обязательно, сколько времени это длится, когда вот этот тренд, может быть, развернется, а может быть и нет. А человек сидит. Посмотрим сейчас до ближайшей здесь зоны сопротивления. Будет сидеть, вот упорный, да, теряет деньги, но сидит и сидит и сидит, потому что закрываться страшно. Здесь уже минус, мама не горюй какой уже. Мы сейчас с вами все посчитаем, все посмотрим, и вот, снова расторговка, куда она пойдет? Расторговалась вниз. И вот, я не завидую таким людям, если честно, абсолютно. Ну и давайте, наверное, лавочку вот на этом деле закроем, да, и посчитаем, что у нас в сухом остатке. Закрываем лавочку. Вот здесь мы с вами, тот трейдер, который торговал со стопом, получил убыток 23 тысячи. А здесь вот, да, то есть вот убыток был 1% от сделки. Теперь давайте посмотрим, сколько этот товарищ, да, который все еще, у которого было 498 тысяч, сколько у него, сколько прошло времени, давайте сначала так, сколько прошло времени, да, с открытия этой сделки. Вот она, сделка у нас. Покупали, и вот сейчас. Времени прошло 96 дней. 96 дней. И потерял он 20%. У нас здесь 1%. Равнялся какому стопу? 23 тысячи. У него здесь 20% с лишним. То есть умножаем на 20. Здесь человека просто-напросто закрыло по маржин-колу. Он просто-напросто просрал все деньги. Вот и все. Вот и досидел. Так, друг нам стоп-лосс или враг? Я считаю стоп-лосс и учеником своих учу, что стоп-лосс – это помощник. Он нам позволяет не сливать большие деньги на бирже. Прибыльных вам сделок и попутного тренда.